вам стыдно будет. Мы свидетельствуем людям, что ни один блудник, прелюбодей, которые здесь все с кучу собрались, Царство Божие не наследует. Иисус Христос умер за наши грехи и зовет всех к покаянию, чтобы жили по Евангелию. Что надо сделать? У вас есть какие-то вопросы духовные? Вот, может быть, у женщины есть, спросите ее. Есть ли у тебя духовные вопросы? Ну, для чего человек живет? Какой смысл жизни? Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Меня Сергей зовут. Меня Игнатий Тихонович Лапкин, город Барнаул, 81-й год. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, обязательно ли ходить в церковь, если, допустим, я в душе верую, но прихожу, и у меня как бы вера помрачается при виде там всяких попрошаек, всякого вот этого, что в церкви, там деньги пытаются брать. Обязательно входить в церковь или просто достаточно верить и как бы помнить о Боге, как бы как-то общаться? Все, я понял. Теперь скажите, только чтобы не ругались ни одного мата, чтобы не было. Смотрите, мы спросим, а обязательно ли школьнику ходить в школу? Ну, дома, в душе будет. Обязательно вам на работу ходить, хотя на работе директор вам не нравится, бригадир не нравится. Понимаете, это праздный разговор. Церковь Бог установил. Церковь – это невеста Христова. И смотреть не надо ни на кого. Я пришел к врачу, а мне говорят, этот врач пятую жену имеет. Что до того, умеет ли он лечить? Один вопрос. Так и здесь. Господь сказал, говорит, по делам их не поступайте, а что говорят, то делайте, а Он тебя учит правильно. Вот какое дело. Без церкви ты куда пойдешь? Скажите, по порядку, давайте. Церковь установила совершать посты. Вот сейчас будет рождественский пост. Вы поститесь? Нет. Нет. Слово Божие нам говорит, что мы должны молиться. Вот мы утром встали, у нас молитва. Дальше, семикратно в день... Это по 100 поклонов. Вы ничего этого не делаете. У вас друзей верующих нету. А я в душе. В душе это открытое предательство. В душе ничего не делается. В душе зарождается и выходит на руки в действие. Иисус Христос сказал притчу, Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. «Царство небесное подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не вскисла». То есть, когда Слово Божье попадает в уши, я допускаю до сердца, уверовал, и теперь на руки веры без дел мертва. Господь говорит, я создам церковь, Иисус Христос говорит, и врата ада не одолеют ее. А я думаю сам по себе, ну и куда ты придешь? Ты не можешь ни креститься, ни причаститься. Это сатана научает так. Мы должны быть очень внимательны. Однажды дается нам жизнь. И придется после смерти, при общем воскресении, на суд Божий предстать. Мы для того с вами встретились, чтобы возвестить радостную весть. Иисус умер за грехи и зовет к покаянию. Верующим в Сына Божия не судится, а гнев Божий на неверующем пребывает. Может, нужно жить достойно, а не в церковь ходить? Ну, можно, можно. Но только таких, которые достойно живут, церковь не ходит, их там в аду очень много. Иисус установил, без церкви спасения нет. Я вот с детства верующий, с детства. Но до 23 лет в церковь не ходили, мы из старообрядцев. Я не знал, Евангелия не было. После армии Евангелие дали. И говорят, какая-то беда была. Ну, какая беда? 23 года. А куда Иисус ходил? Я повторяю. 23 года. Я в силе, работаю во флоте. Там коллег не берут. Учусь в училище. Добиваюсь разрешения 3 курса сдать за год. Да, дедушка, как вам обращаться? Я Лапкин Игнатий Тихонович из города Барнаула. Мне 81 год. О, дедушка, а можно попросить вас советом? Ну, смотря какой, давайте... Смотрите, если мне хочется найти будущую жену, что мне нужно сделать? Пойти в храм, обратиться к Богу. В первую очередь, вы должны знать, что об этом говорит не дедушка какой-то незнакомый вам, а что говорит Слово Божие. Чтобы она была верующая. Если она крепко верующая, она тебя не изменит, когда ты в командировке. Она будет детей воспитывать. Она будет у тебя в подчинении, над тобой не будет нависать. Ты не будешь подкаблучником. Я понял, но как ее найти для начала же надо? А вот вопрос. Молиться надо, нужна она вам или нет.
Молиться? Молиться, просить Бога. Вот у нас сегодня мы строим православную деревню, и сегодня у нас как раз бракосочетание. Они познакомились, он закончил университет, она еще учится. Оба верующие. А у меня брат родной, священник, и в храме будет венчать их. Родные, близкие, алкоголя нет никакого. Все по-другому. Надо, чтобы она была верующая. Спасибо, я вас понял, дедушка. Спасибо вам большое. Если вы хотите больше узнать, вы зайдите на наш видеоканал. Называется «Во свете Библии». Канал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Хорошо, спасибо вам большое. Слава Иисусу Христу. Нет. Нет, так а сегодня же везде храмы открыты, можно купить. Вы волю Божию будете знать. Я человек неверующий. Вот у меня сейчас только один юноша. У меня вопрос к вам. Как вас звать? Я говорю, Игнатий Тихонович Лапкин, город Барнаул, Алтайский край, мне 81 год. Хорошо. Как мне найти хорошую девушку? Я жениться думаю. И видно, не пьяный сидит, тоже в очках. Я говорю, если ты неверующий, тебе разницы нет, все равно ты разведешься. 86,5% разводов первые три года. А если ты верующий, ты будешь смотреть по Библии. И дальше ты изберешь, она тебе на всю жизнь одна. Ты поедешь в командировку, ты не будешь думать, она пойдет на санплощадку искать кого-то. Детей воспитает. Ты вовремя накормлен. У тебя много друзей верующих. Понимаешь что? Иди в церковь, повенчайся. Сказано, Иисус Христос умер за нас и зовет к покаянию. Предположим. Без веры в Бога человек никто. Просто сосуд дьявольский. Все грехи мира собирает. А почему дьявольский? В мире так устроено. Нет, нет. Это вы так говорите. Да не я говорю, Иисус Христос говорит. Считаем отче наш и договорится, избави нас от лукавого. С тобой молитве заключено. Я ее эту молитву знаю. Я же дочку недавно крестил. Ну а вы верите, что сатаны нету или есть? Я не верю, что Бога нет. И не верю, что сатаны нету. А вот знаете, есть сейчас небольшой ролик вышел, минут 12, называется «Интервью с дьяволом». В лесу дьявол стул поставил, кресло, и журналист берет интервью. Он говорит, какая ваша самая большая победа? И все пьют здесь. Блудный огонь за ту суть пытаются. И дьявол отвечает, самая большая победа, когда люди верят, что меня нет, а просто фольклорный персонаж. А можно вопрос задать? Пожалуйста. Только без ругани давайте договоримся. Ни одного скверного слова, чтобы не было. Нет, нет, я ругаться... Нет, не дай бог, не дай бог. Ругаться не собираюсь. Вас как зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. 81 год мне. Игнатий? Тихонович. Игнатий Тихонович. Меня Дима зовут. Дмитрий Александрович, есть просто Дима. Ну, просто Дима. Игнатий Тихонович. Вы очень интересный персонаж, если честно. А вы зайдите на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии». Вы мне скажите, Игнатий Тихонович, вот 81, у вас сколько? 81 год идет. 81 год вам. Вот вы... Всю свою жизнь Бога верить? Я с детства верил, что Бог есть. Видите, через каждую минуту вы глотаете. Такого нигде нет, как здесь. Нет, нет, вы со мной разговариваете. Не с моей бутылкой. Я вам разговариваю. Не с моей... Нет. Я знал, что Бог есть. А по Евангелию я уверовал в 23 года. И 57 лет несу эту благую весть другим людям. И живу по нему, по Евангелию. Хорошо. Но я Евангелие тоже немножко знаю. Не, конечно, не как вы, но немножко знаю. У меня мама очень набожная. Надо очень каждый набожная. День 7 раз молиться. По 100 поклонов. Если вы верующий. Нет, нет, я не верующий, конечно. Ну да. А неверующий знаете, мама, где будет? У меня мама верующая, она не ходит. Написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3:36. У меня мама верующая, она в Краснодаре живет. У нее рядом храм, она постоянно ходит туда, просвирочки печет. О, это большая должность, просвирня. Да, 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 это большая должность. Но она не молится, как вы говорите, ну, типа, 100 раз там. Ну, она не молится, она в церкви-то ходит, молится в церкви. Да, естественно, естественно. Ну. За нас, за меня она молится, типа. Понятно. Вы как считаете, ну, это нормально? Что, она не молится дома?
Не-не-не, что она за меня ходит и в церковь. Ну, она молится за вас. И как молится, я не знаю. Это совершенно нормально. У блаженного Августина мать Моника молилась за него. А он такой ребенка прижил и все. И, наконец, стал епископом. Когда я не стану епископом, точно. Но главное, что он на стадионе, она туда идет. И она все время ходила за ним и плакала, молилась. И она канонизированная, Моника. И блаженный Августин один из самых великих отцов церкви. Вообще, ну, как бы, вы как сами живете-то? У вас все нормально? Как нормально? Если человек по Евангелию живет, можно не задавать вопрос. Потому что за все благодарить. Я по Евангелию живу, а меня арестовывают. Меня посадили, я 5 тюрем прошел за Слово Божие. Нормально? Нормально. Там преступники обращаются. Расскажите, пожалуйста, как... Я не понимаю, за что, в смысле? За что? Сколько вам лет? Мне 33 года. Ну, а что вы знаете, до 91-го года какой ваш возраст был? Вы же еще не знаете. Преследовали верующих за каждое слово. А я, кроме того, что написал книги и насчитал архипелаг ГУЛАГ первой в стране. Видите, как непрерывно вы заливаете и заливаете. Да, да, конечно. Это огонь гиенский, заблудное место. И другой причины нету здесь. Нигде так не пьют. Вот я одновременно вел занятия, преподавал в 5 университетах. По 2 часа урок бывает. И не позволю стакан воды ставить на кафедру. А зачем? Это не положено при людях пить. Табу. Табу. А я говорю, определенно никогда не будешь это делать. Но я же не вы. Это я, нет, это я. Но вы услышали один раз, и нельзя этого. Вот говорит, я курю, или в Бога не верю. Я не курю. Не курите. А что я плохого курю? Где сказано? Я говорю, написано, вы храм Божий. И кто разрушит храм, того покарает Бог. А табак 12 лет жизни отнимают. Последние 10 лет туберкулезом харкать будешь. Вот это очень правильно вы говорите, что вот храм Божий. Да. И то, что ты в нем посадишь, то и пожнешь. Да. Ну, то есть, не нужно знать заповеди. Просто ты соображай немножко, ну, да как? Я имею в виду, ну, то есть, то, что ты в свое тело внесешь, то и пожнешь, правильно? Так, заметьте, человек купил машину, деньги были, а теперь как на дорогу выехать? Он должен знать правила. Нет, не надо, я в душе верю и поеду. Что из этого будет? Нет, а это как это до, игрушки. Это, до это Царства Небесное игрушки. Как дойти? Господь все сказал. Блаженны это нищие игрушки, духом, блаженны плачущие, блаженны миротворцы, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны кроткие. Это игрушки. Мы сейчас разговариваем про курение и пьянство. Да что поговорили. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Все сказано. Там не сказано так. Так и сказано, прямо дословно, нет, до буковки. Да нет. Я прямо сейчас подниму документы. Давайте, нет. Показывайте. Так вы показываете, у вас... Я вам показал, вот Библия, говорю, первое послание к Коринфянам, считайте, 5 глава. Что? Открывайте. Ну, что открывать-то? Я подожду. Я это знаю наизусть. Я подожду. Ну, не надо. Я вам считаю, как книгу считаю перед вами. Хорошо. Первое послание Коринфянам, 5 глава. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Точка. Все. Ни блудники, ни корыстолюбцы. Я не наследую Царствие Божие? Я говорю, написано в Библии, а вы сами решайте. Я вас не знаю, Дмитрий. Хорошо. Ну, смотрите, я как бы приду в церковь. Я приду в церковь и, ну, искуплю свои грехи. В церкви вы не искупите. Христос прощает грехи. Он умер за наши грехи. А церковь поставила врачей, священников, которые, говорят, властью данной дни от Бога, да разрешишься от грехов. Да. И, то есть, я буду бухать всю жизнь, а потом приду, типа... К священнику, все. Он мне откупит все свои грехи, я попаду в рай. Священник не может вас искупить, Христос делает это. А я пришел, все, пес не должен возвращаться на свою блевотину. Христос уже давно на небеса. Я прихожу к священнику, он говорит, что я, ну типа, ну я прощаю тебе. Если ты назад не возвращаешься, как пес на блевотину, как вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот о чем пишет Писание. Да. То есть, смотрите, я бухал всю жизнь, мне вот уже помирать, я прихожу на исповедь, и мне священник говорит,
что я тебе все прощаю во имя Христа. Если ты каешься. Да, если я каюсь. Если ты плачешь. Да, так. Естественно, я каюсь. Мне уже 90 лет, но я бухал всю жизнь. Все, все, все. Это не имеет значения. Рядом с Христом разбойник висит. И Господь, когда он сказал, ты невинно страдаешь, помяни меня в царстве твоем, и Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Вы в это верите? Я верующий, я верю в это. Вы он умер за наши грехи. Что... Грехи мира на нем. Вот мы зайдем в Третьяковскую галерею. Это же разбойник Христа камни бросал. Он не бросал. Они не в первый раз встретились, когда были распяты. А он бросал в него камни. Ну не надо выдумывать. Зачем это глупости? Бабьи пьяных старух, говорит Золотого, собирайте бредни. Хорошо, хорошо, не он. Но люди, как он, бросал в него. И он как бы молился на кресте. Господи, прости им, ибо не знают, что делают. Но он же не простил. И он говорит, прости. А раз они не каялись, и поэтому не прощены. А Лонгин, Лонгин сотник. Лонгин сотник покаялся. Опять пьете. А людей простил Христос? Которые покаялись, всех простил. Видите как? А других? Вот что Бог есть, есть наказание. Вот то, что вы все время пьете. Это одно из доказательств. Нигде в мире этого нет, что мы постоянно пили и пили. Я не пью. Людей. Я не пью ни разу. Смотрите. Других людей простил Христос, кроме покаянных? Все, которые простили. Меня он простил. Кого я знаю, сейчас вот иду в церковь. Вас-то, слава Богу, простил. Вас-то, слава Богу. Да. А других людей? Которые просили прощения, мы знаем, простил их. А которые не простили, не прощили? Непрощенные будут в аду с сатаной мучиться в огне вечно. То есть они, если даже христиане, они все равно будут... Мучить. Это фальшивка христиане. Иоанн Златоуст говорит, для многих слово христианин, опять за бутылку, лишь звук, вводящий других в заблуждение. Ну я могу объяснить, что такое христианин, хотите? Не хочу даже, потому что вы не можете объяснить, вы не христианин. Христианин, он благоговеет перед именем Христа и ничего не добавляет. Бредни пьяных старух не собирает. Что такое... Католическая церковь для вас? Католическая церковь, та, которая идет от апостольских времен. В 1054 году разделение было на западную и восточную. При патриархе Фотии. Правильно. Что значит православие для вас? Означает правильно славит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне присно во веки веков. Аминь. А католики? Никео, цареградский символ веры, кредо. Верую в единого Бога Отца Вседержителя. До конца. А католики как делают? Так, а там филиоква разделяет только. Они говорят, Дух Святой, от Сына исходящий. Ну, и в чем между вами разница? Да не, ну, то, что они главенство папы считают, этого нигде в Библии нету. Этого мы никогда не принять не можем. Да вы что? Да, они, да еще я скажу другое, что разрешают масонами, в масонство вступать бритые, у нас этого в помине нету. А знаете такие иллюминаты? Конечно, секта масонская, иллюминаты. Слушайте, ну... Этой теме, много... теме масонства я дал 14 лет. Вышли материалы, которых равных в мировой литературе нету. Обработал всю дореволюционную, советскую, зарубежную прессу. Кто такие? У них главная цель. А теперь посмотрим, какая. Гитлер принадлежит к Фуле, член масонской ложи Рузвельт, член масонской ложи Уинстон Черчилль. И воюют друг с другом. Почему? Потому что над ними есть еще выше, которые руководят ими. А кто это? Иудеи. А у них кто? Колено Данова. А тут кто? Три человека только знают. А иудеи разве не относятся, ну, к Иисусу Христу? Никак? Ну, это и есть Иисус Христос по плоти рожденный, и есть иудей, еврей. Так вы связь не чувствуете, нет? Никакой нет, люди пошли другим путем. Я вот спрошу вас, скажите, пожалуйста. А Иисус Христос где родился? Димитрий, скажите, сколько... Я сейчас сначала на ваш вопрос, вашим же вопросом. Сколько наречий на земле, наций? Наций? Да безумное количество. Не знаете. Знаете. Безумное количество. Я говорю, не знаете. Цифра точная до одного. Нету, не знаю. 2896. Хорошо. Дальше. И без них, из всех наций, Бог избирает только одного Авраама. Нет, он выбирает евреев. Я повторяю, избранный почему, народ. Почему Христос через родился этот, на еврейской земле? Вы через видите? Этот народ Бог дает знания свои еврейские. Он родился от Девы Марии, живущей в Назарете. А почему Иисус Христос, почему Бог избрал еврейский народ?
А мы мучаемся за него. Не, не надо. Почему? Бог, зачем Бог сотворил Луну? Зачем Солнце? Это нет, к Богу. Нет, я вам прямой вопрос задал. То есть он избрал. Никто не знает этого. Бог избрал. Потому что он. А почему мы за него мучаемся? Он искал. И Господь видел его искание, он из халдеев. И открылся ему. А мусульмане его называют Ибрагим Авраама. От него нет, Исаак, Яков. Мусульмане нужно перепечатывать. Вы вообще знаете, самая первая религия в мире какая была? Авдана и Ева, первая. А дальше самая, у них... Самая религия первая в мире была, какая? Какая книга была первая? Нет, самая религия какая была первая? Язычество, первая, самая-самая первая. Какая? Хорошо. Авель принес жертву Богу, вот эта религия первая была. А Каин убил его. Зороастризм. Да нет, конечно. Ну вы знаете Заратустру? Еще бы. Заратустру? Я опытным путем пришел сюда. Вот у меня книга, заметьте, вот, допустим, чтобы рассуждать с мусульманами. Одна книга у меня, посвященная Корану. По суры мои я там разбираю в сравнении с Библией. Такого материала больше нет. Вы читали Коран? Да не считал я, вы не слышите ничего. Я разбираю по суры мои я там в сравнении с Библией. Одна книга, у меня 38 книг вышло из печати. Это прекрасно, это достойно уважения. Но вы скажите, пожалуйста... Вы вообще знаете, кто такой Заратустра? Да нам зачем знать? Я перед тем, как прийти в христианство, все это перемолотил. Всех этих конфуциев. Что даоцизм означает, откуда пришло. Все человеческое. Огнепоклонники, то не знаем, что такое. Нет, Заратустра, кто такой? Да зачем нам, не надо, это конца края нету. Будда них больше тысячи. Я извиняюсь. Хорошо, давайте еще один вопрос задам. Кто такие шумеры, вы знаете? Вы знаете что? Мы все будем знать, весь мусор, а весь мир приобретем, а душе повредим. Какая польза? Голову надо освободить от всего этого. И взять... Для чего? Поместить. Для чего? Для того, чтобы Слово Божие, Библия вошла туда. Под темечко вот так ее приложить. Для чего? Для того, чтобы спасти душу, прославить Христа. Хорошо. А то есть как произошел человек? Бог сотворил из праха земного, вдунул дыхание жизни в него. А что говорит Дарвин, то есть из обезьян? А Дарвин ни того не говорил, что приписывает. Он был церковным старостой до смерти. Он говорил... А вы не верите в это, да? То есть, ну, в теорию эволюции? Ну, по-вашему, кит и таракан это одно и то же? Нет. Ну, кит и таракан, слон и маленькая рыбешка, что одно и то же? Нет. Но как оно могло такое, такая муравей, разница? Муравей живет и даже не знает о существовании слона. Вообще вот и все. Знает. А то, главное, все произошло из того видоизменяемости. А как вы думаете, произошел человек вот так вот от Бога? Бог сотворил и вдунул дыхание. Из ребра сотворил Еву, Адам. Адаму. Хорошо, где живет Бог? Бог наполняет собой всю вселенную и нет места его обитанию. Посмотрите сейчас, вот прям, у вас есть окно? Не одно даже. Посмотрите на небо. Сколько звезд там, посчитаете? Не считай. Бог сказал... Я подожду. Аврааму сказал, сосчитай. Реально, если вы верите, что миллион звезд на небе... Миллиарды, не миллион. Миллиард. И мы единственные на Земле. Да. А все звезды это почти Земля. Ну, то есть это планеты. Звезды это, представляете себе, это планеты. Ты как вам если вы верите, что мы единственная типа планета, на которой есть жизнь, то вы сумасшедший. Вот. Ладно, знаете, верить в Библию, быть сумасшедшим. Так и написано. Господь нет, говорит. Нет. Я про Библию сейчас. Вам зачем нужно все противоречить? Это сатана вам мозги запудрил. Я говорю, посмотрите на небо. Просто да. Поднимите глаза. Так вот, смотрите. Если вы смотрите в небо. Послушайте. Французский философ Монтень говорит, под звездным небом и у гроба близкого человека отрицать Бога может только явный преступник или идиот. Нет. Как когда нет? Ты, как? Когда ты перед смертью, я понимаю, что ты уже боишься просто умереть. Это, естественно, это обычная боязнь. Я 57 лет прожил в этом накале. Все, ладно, не надо, не пустословьте. Не пустословьте, потому что вам он наполнил мусором. Мусором голову наполнил сатана, и вы ничего не слышите. Давайте звезды, давайте зороастризм, куда угодно. Как ты сегодня встал, утром молился или нет? Вчера ты благодарил Бога за то, что ешь и пьешь. 500 лет назад. Ходишь ли ты в церковь? Славишь ли Бога жизнью своею? Давай все это собирать. Зачем вам это нужно?
глупости я на... Я просто говорю вам, просто выгляните... Не надо. Выгляните не надо. В окно и посмотрите, так, сколько там... Так, давайте расставаться, у меня времени какой нет сейчас. Там? Мы в церковь идем. Мы в церковь идем. Остановитесь на этом, не пустословьте. Пейте снова воду.